Всем привет, друзья! Ну что, мы уже дома. Вот мой долгожданный подарок на Новый год. Это iPhone 13 Pro Max. Секундочку. А сертификат где? Кто не смотрел наше новогоднее видео, посмотрите, как мы дарили подарки. В общем, Сережа мне подарил сертификат на любой телефон, который я выберу. Ну, скорее всего, он подумал, что я выберу iPhone 13. Я выбрала iPhone 13 Pro Max. Это будто выберешь к Xiaomi. Да. На ходу конец Fly. Нет, там было написано iPhone 13 сертификат. Вот, ну, а телефон у меня вот уже есть. Так, давайте с вами его раскрывать. В общем, цвет называется... Как называется этот цвет? Голубой? Да, голубой. Цвет голубой. Я именно такой и хотела, и представляете... В магазине был именно один только такого цвета. Прям супер. Значит, пленочку сейчас уже не делают, смотрите. Видите, тут такие, значит, отрывать картонные клипсы. Вот, ну что, настал момент истины. Давайте с вами откроем. Та-да-дам. Так, что тут? А, не, никто не вскрывал. Та-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да. И здесь. Опа. Вот он. Видите? Опа, 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 опа. И что? Вот это... Трам-пам-пам. Ну как? Чума. Вот это да. Вот это баба. Так, сейчас сразу скажу, что я взяла оригинальную зарядочку к ним. Это чехол. Ой, оригинальную, оригинальный чехол к ним. Я думал, что это инструкция. Так, надо, не открой пока, пожалуйста. Ну что, давайте с вами... доставать. Я, кстати, посмотрела в магазине 13 Pro и 13 Pro Max. И Pro Max мне очень понравился по размеру. Он очень удобно лежит в руке. Посмотрите, по-моему, не по-моему, а точно, камера у него больше по сравнению с 12 Pro Max. Выглядит очень солидно. Посмотрите, как классно. Цвет бомбезный. Он, знаете, такой не яркий, не металлический, я даже не знаю, как. В общем, как всегда, держать в руках приятно, придется, одно удовольствие. Тебе придется комнату нашу перекрасить, дать в такой цвет. Кстати, классный цвет. Да, Жень? Это стал мой любимый цвет теперь, да? Цвет реально прикольный. Так, смотрите, значит, здесь идет вот такой вот кабель. Зарядку они сейчас не поставляют, это надо все покупать отдельно. Здесь идет у нас еще что? Ну, штучка, чтобы вынимать сим-карту и какая-то инструкция. Ну, яблочко, естественно. Все, это понятно, сейчас займемся. И сейчас я посмотрю, что это за кабель. По-моему, он стал другой, да. В общем, у них получается, что здесь у него разъем такой же, как был ну, в других айфонах. Вот, как и у меня тоже в XR. А здесь, это как называется разъем? Type-C. Type-C. Вот здесь разъем Type-C. Вот. И к ним продается оригинальную, можно купить зарядку, которая такая круглая, на нее, значит, кладешь, как она, беспроводная. И вот здесь вот в оригинальном чехле вот это вот магниты. Эти магниты, если ты кладешь на зарядку, плюс к ним есть чехлы, еще какие-то аксессуары, и они крепятся магнитами вот к этому магниту. И что, можно удерживать? Да. Прям удерживаются. Да. То есть можно в руке не держать, вот они должны удерживаться. Представляешь, Сереж? Там есть еще такой кейс для карточек, я видела. Ну, в общем, всякие прибамбасы. Вот. Он такой же магнит телефон. Но я буду использовать пока свою старую зарядку, потому что здесь-то разъем такой же. В принципе, как я поняла, что зарядка здесь должна быть более мощная просто. Ну, если купить оригинальную. А у меня будет, ну, просто чуть-чуть дольше заряжаться. Вот. Ну, в общем, провод вот есть в... комплекте, и в принципе все, видите, коробочка, больше ничего нет, то есть с каждым годом iPhone все меньше кладет сюда. Помнишь, раньше клал и наушники, и зарядки, теперь все меньше и меньше. Вот. Ну и давайте теперь перейдем к телефону, значит, это мы снимаем, сняли уже. Что мне нужно? Мне нужно его включить, да? А он заряжен вообще? Кстати, Данюш, дай мне мой XR, я покажу. Значит, вот видите, у меня сейчас, подождите секундочку, рабочий момент. Вот мой XR по размерам. И вот
Значит, Макс, сейчас. Я плачу сюда вот. Так. Ну, видно, да, что он больше. Угу. Но по ширине, в принципе, я бы не сказала бы, что он шибко шире. Он как бы, ну, немного. Вот у меня XR беленький. Так, пишет «Привет». Видно? Привет. Говори ему привет. А это что такое? На всех языках? А, ну надо что-то нажимать уже. Привет, привет. Дальше-то что? А русский? Русский. Сейчас выберем язык. Регион страны Россия. Установка языка. Все клавиши здесь сделаны, ну, точно так же, как и во всех айфонах. То есть, вот видите, боковая сторона. Здесь то же самое. Блокировки клавиши. А вот с другой стороны то же самое. В общем, в принципе, все одно. Быстрое начало. Настроить вручную. Что там надо делать? Есть ли ваши другие айфоны или айпады? Нет. Ладно, давайте мы сейчас пока выключимся, настроим, потом включимся. Ага. Так что вот такой телефончик классный. Потом включимся, покажем, что там, функции какие, камера. Друзья, в общем, сейчас я переношу все вот с этого айфона моего на этот айфон. Вот в данный момент я переношу карты. А так у меня, в общем, все настройки, все приложения, все должно перенестись и быть точно так же, как на том телефоне, чтобы я уже ничего здесь не делала. Только что я настроила Face ID. Вот он у меня уже проверку прошел. Все, Face ID я настроила. И сейчас буду добавлять карты. Ну, как карты? Они все добавляются, но код безопасности надо все равно вводить. Так что сейчас введу какие-то. Будем показывать, какие у тебя код, какие коды безопасности? Вон у меня сколько карт. Нет, конечно же, конечно же, нет. Ладно, коды безопасности будут ниже, прикрепим к видео. Да. Смотрите ниже. Слушай, а у меня этой карты-то, по-моему, нет уже. Как это? Да, удали ее нафиг, если ее нет. Это, наверное, старая карта, знаешь, которую мне взамен же дали. Так выкини ее туда, смотри. Ладно, добавить карту позже. А он... Так, теперь... Так, это я... Юмани. А Юмани это что такое? У меня там нет силы. Яндекс деньги. Юмани, где Яндекс деньги? И как мне ее добавлять? Там должно быть Яндекс. А у тебя есть карта Юмани-то? Ну, она электронная. Ну, не знаю. Пропусти, пока ну добавишь. Так, ну вот это 5977. А, не будем мешать Жене добавлять, пускай добавляет. В общем, я завершила настройку карт, и теперь у меня остался перенос. И перенос, вот мне пишет, что осталось примерно 11 минут. Посмотрим, как быстро это перенесется. Так, а насчет чехла, друзья, смотрите. В общем, я вот его достала. Это не силиконовый, он такой пластиковый. Пластиковый чехол. Вот это не надо снимать, Данюш? Нет, ничего не надо снимать. Тут что-то такое, надо какие-то надписи. Assembled in China. Что? Ну, дизайн, Apple, то все. В общем, вот такой просто чехол. Он, конечно, на нем пальчики остаются, как видите. Но другого и не было, кстати. Оригинальный только вот такой, либо ну, цветные там дальше идут. То есть, как бы силиконовую ничего нам не предлагали. Ну, так он будет выглядеть. А, такой китайский можно купить в любой момент потом. Ну да. Ну что ты мне тут в обзор пихаешь? Чехлы старые. Так, вот, в общем, потом я его одену. Что у нас тут с переносом? Давайте посмотрим. 10 минут. Ну, на самом деле, конечно, вот 9 уже пошло. Потому что почему-то первый раз написала, что будет 12 минут. Но на самом деле, какие 12 минут после этого... 11 минут, потом стало 12. Ну, а потом потихоньку стало в обратную сторону. Ждем-с. Посмотрю. Вон упаковка. Короче, стоит такой чехол... 4 с чем-то тысячи. Вот видишь, видите, просто обычный самый чехол. Написано, что USA, все. Такая информация. Да, чек я покажу сразу. 5000. Что, 499. 5000, вот эта штука. 4999 стоит чехол. Так, сейчас я вам показываю. Может быть, 3 китайских. Больше.
Ну зачем мне китайские рубли? Так твой чехол стоит 1599. Да? Твой стоит почти 2, а он не оригинальный. Китайский, да? Китайский стоит 1500. Я так и сказала тебе, что китайские будут по 1500. Что-то видите? Я с вами сколько разговаривала? Все 9 минут. Поэтому на самом деле время это так ориентировочно. Ну, друзья, в общем, вроде бы все перенеслось. Я не знаю. Я вот поставила уже. Сейчас, секундочку. Face ID. Сейчас. Вот поставила заставку. Вот у меня все, что было, перенеслось. Видите? То есть тут у меня какие-то, ну, вот приложения уже, с чем есть игры. Все у меня перенеслось. Вот, я покажу вам камеру. Короче, с камеры здесь есть киноэффект. На моей такого не было. Вот. Потом на обычном видео здесь можно сделать как бы широкоугольную камеру, отодвинуть и, ну, приблизить зум. Вот. Фото. Тут можно выбирать, кстати, какие фото. Я выбрала яркий режим, но можно, я не знаю только, где это выбирается. Потому что у меня А вот красочный. Вот теплый режим есть, прохладный. Прохладный, теплый, красочный, это насыщенный, стандартный. Вот, давай так, стандартный. Я хочу выбрать, вот смотри, Сереж, как интересно, стандартный, насыщенный, красочный, теплый. Я, наверное, выберу красочный пока что. И вот тут можно регулировать тон, теплоту, в общем, ну, больше возможностей, чем было на той камере. Так, как это выйти? Так, наверное. Вот, ну, портрет. Тут свет тоже выбираешь, как это, панорама. Панораму можно делать, ну, крутить, все. Понятно. Вот камера вроде нормальная, но я ее буду использовать, когда тогда решу. И вот везде тут можно, видишь, вот смотри, как я близко держу, оно как далеко кажется. Это надо разберешься. Разбираться. В общем, друзья, сейчас одеваю чехол. Вынимаю я эту штуку уже. А, почему-то у нас, знаете что, сейчас скажу. Вот хотя все перенеслось, так, а на этом телефоне... Все время пишет, остаток какой-то, подсчет, не знаю, в общем. Да, не пускай забирает, у меня вроде все перенеслось, я так приложение посмотрела. Может, дай протереть эту чуть-чуть бумажку. Вот. С той стороны я уже не протру. Уверен, что это хорошая протиралка. Отличная. Самая лучшая. Да, конечно. Так, ну что, сейчас я вставлю чехол. Что-то он такой жесткий прям. Так. Что, ничего у меня тут не загнулось, нет. Тут... Выключить телефон, включить. Так, ну что? Вот так выглядит чехол. Угу. Видно? Да. Да, я не знаю, хочешь отменяй или уноси телефон, я не знаю, у тебя останется что-то. Друзья, вы представляете, я уже снимаю на новый свой телефон. В общем, Данька тут все разобрался что-то. Ну, в общем, на мой телефон мы все перенесли. Теперь он что делает? Переносит со своего 7 плюс на этот. Все, в общем, телефон этот идет Даньке. И вот есть такой черный чехол, есть еще какой-то другой чехол. Не знаю, будет он его использовать или нет. Так что все, телефон ушел к Дане. Я снимаю теперь на новый. В общем, ладно, друзья, всем на этом пока. Буду снимать на этот телефон, увидите, разницы есть, нет. Мне он очень нравится, по крайней мере, в руке у меня лежит, я вижу разницу, то, что он выглядит вот так. Мне очень-очень нравится, я довольна, спасибо за подарок. И, в общем, будете видеть его теперь в моих съемках. Всем пока!